что космонавты едят? У нас на борту есть 16-суточный рацион питания, то есть он повторяется каждые 16 суток. В состав питания входят разные виды рыб, мяса, каши, напитки. Но, естественно, все это рассчитано на длительное хранение. Поэтому продукты есть вот в сублимированном виде, то есть он приготовлен, но обезвожен по специальной технологии. Например, вот творог с орехами. Многие любят, и ваш покорный слуга в том числе. Вот такую упаковку внешнюю мы удаляем. А внутренний пакет через специальный клапан добавить нужное количество воды, получится готовое блюдо. Также вот здесь есть каша пшеничная с молоком. Ну и также есть разные виды, например, мясо с картошкой, мясо с кашей и так далее, и так далее. Суп вермишелевый с мясом. Также мы удаляем внешнюю упаковку с него. Вот. И пакет наполняем водой. Получается готовый суп. Вот я себе приготовил в качестве образца взял вермишелевый с мясом, показать, что это такое. Ну а себе на обед приготовил суп-пюре овощной. Вот в таком пакете находится вот блюдо в готовом виде. Но это наша прищепка, наше ноу-хау, чтобы можно было прицепить, там, скажем, на велкро, и он никуда не улетал. А здесь через трубочку, верхнюю часть пакета разрезать, и через трубочку можно употреблять пищу. Также есть продукты консервированные, то есть в консервных банках. Консервированные продукты необходимо, конечно, разогреть перед употреблением. Вот у нас здесь в столе есть такой специальный подогреватель пищи. Себе на обед в качестве второго блюда я сегодня взял мясо с гречневой кашей. И также у нас есть вот наш космический хлеб. Вот таких вот мини-буханках. Ну, понятно, чтобы не надо было резать, не надо было крошить, чтобы крошки не летали в невесомости. Вот такие вот мини-буханочки. Есть и десерты. Ну, вот на десерт есть чернослив с орехами, яблоки с орехами, курага, печенье. И тоже вот такие банки, например, десерт из яблок. Яблоки натуральные, все очень вкусное.